Привет! Привет! Меня зовут Женя Бондаренко, и я соавторка книги «Как управлять своей жизнью и работой». Это книга для тех, кто сводит презентации до 4 часов утра. Книга для тех, у кого встречи в календаре постоянно накладываются одна на другую. Книга для тех, у кого есть хорошие, классные идеи, а они есть у всех, но кто не может круто и понятно их донести. Мы поговорили на самые разные темы в этой книге. Книга будет полезна как тем, у кого, опять же, только начинается карьера, так и тем, кто уже давно в этой всей корпоративной, стартаперской, любой, в принципе, среде. И мы надеемся, что вы найдете там для себя что-нибудь полезное.